Здравствуйте, мы на канале Европлант, и мы наконец-таки попали на выставку орхидеи в Ботаническом саду. В этом году выставка посвящена космосу. Космос и орхидеи, как оказывается, связывают гораздо больше, чем вы могли бы представить. Это один из немногих цветков, побывавших в космосе. Сегодня Александра Волчанская, агроном BIN-RAN, расскажет нам о тех экземплярах, которые мы здесь можем увидеть, и, возможно, о тех самых интересных орхидеях, которые не всем будут очевидно интересны и, может быть, даже заметны. Потому что какие-то цветы я, в принципе, даже не разглядел среди экспозиции, а оказывается, они имеют воистину музейную ценность. Я правильно сказал? Да. Вообще, конечно, орхидеи – это космическое семейство. То есть не только космосу посвящена экспозиция, но и, скажем, в переносном смысле можно орхидеи назвать космическим цветком. О них можно говорить бесконечно. И не случайно именно вот этому семейству посвящена отдельная тематическая выставка Ботанического сада. Бесконечные способы приспособления для опыления растений, бесконечное разнообразие формы цветка при одинаковом строении цветка, бесконечные варианты окрасок, даже вплоть до голубого можно встретить. Действительно фантастическое семейство, и много-много интересного можно увидеть на выставке. Очень давно культивируемые растения. Ведь, например, цимбидиумы появились в культуре уже 2000 лет назад. В Древнем Китае существует упоминание, что самые ароматные экземпляры брали из природы и передавали из поколения в поколение. То есть не интересовало ни размер цветка, ни его окраска, а вот именно тонкость аромата. Конфуций говорил, что провести время в комнате, наполненной ароматами цимбидиума, это все равно, что поговорить с лучшим другом. Действительно фантастические растения и самые долгоцветущие растения в природе из орхидей, потому что цимбидиум способен цвести до 3 месяцев. То есть то, что мы сейчас с вами, приобретая фаленопсис, видим его непрерывное цветение в течение года, это не совсем норма. Все орхидеи, кроме цимбидиума, обладают намного более коротким сроком цветения. Вот цимбидиум, пожалуй, самый долго цветущая орхидея. Сколько орхидей представлено в вашей экспозиции сегодня, в этом году? Дело в том, что экспозиция периодически меняется, как я уже сказала. Видовые орхидеи цветут непродолжительно, поэтому наши орхидеи из фондовых оранжерей, они постоянно обновляются на экспозиции. То есть, скажем так, за всю выставку прошло, наверное, около 300 видов точно. И у нас достаточно большая коллекция орхидей. К сожалению, она не показывается посетителям, потому что содержать эти растения сложно. Большая пальмовая оранжерея не предназначена для содержания орхидей, поэтому только на какой-то короткий период мы можем из запасников, из фондов, можно сказать, из кладовых Ботанического сада достать эти экземпляры и продемонстрировать публике. Поэтому, конечно, это для нас большое событие, это для Санкт-Петербурга большое событие, для наших гостей сада это тоже большое событие, это выставка орхидей. Расскажите нам, какие самые редкие орхидеи представлены у вас? В принципе, экспозиция этого года, она из фондовых орхидей, представлена тремя точками, четырьмя, если брать всем известную такую группу орхидей, которые легко узнаваемы, это орхидеи башмаки, так называемые венерины башмачки. Кроме того, мы еще традиционно на нашей выставке показываем миниатюрные орхидеи. В этом году добавлено два сектора, это орхидеи азиатские по происхождению и американские. Один из способов, да, показать растения тематически, это связанные по размерам цветка, как миниатюрные орхидеи, или географический принцип коллекционирования тоже здесь реализован, как азиатские орхидеи и американские. Представлены очень интересные и редкие экземпляры, например, эндемик Перу в американской экспозиции – это ида. Совершенно волшебный цветок с зеленым окраском. В экспозиции миниатюрных орхидей еще одна из самых интересных представленных растений – это, конечно же, дракула. На самом деле название этой орхидеи не связано никак со сказочным героем-вампиром. Это связано с фамилией селекционера, который собирал это растение в природе. Просто однофамильцы. По сути, да. Но
орхидея имеет такую воинственную окраску, она чаще всего представители этого рода имеют такой черно-красный окрас. Действительно, интересная орхидея и интересная по структуре, по цвету. Для орхидеистов, коллекционеров представляет большой интерес. Необычно, не то, к чему мы привыкли. Да, да, да. Из миниатюрных орхидей также следует выделить бульбофильмы, которые всегда привлекают внимание своим волшебным ароматом. Но это не тот аромат, к которому мы привыкли, да? Потому что этот аромат, скажем так, привлекает в качестве опылителей чаще всего мух. То есть это аромат слегка протухшего мяса, или слегка подпортившейся рыбки, или такой приятный аромат свежего конского навоза. Ну, что делать? Конкуренция среди растений велика, поэтому борются растения за опылителей. Ну, не за нас они борются, а не тот запах для своих опылителей. Но чтобы понять всю мощь, всю широту этого семейства, конечно же, нужно прикоснуться к ним буквально и к их ароматам в том числе, потому что да, далеко не все растения имеют прекрасный аромат. Кто-то опыляется и вот и пауками, и мухами, и ну, пахнет у вас не всегда приятно. Да, мы имеем уникальную возможность не только посмотреть, но и понюхать все, да, что у вас, да, есть. Да, все, что в зоне доступа, мы разрешаем нюхать, и действительно только через все органы чувств, да, можно понять, насколько это семейство велико. Только вдумайтесь, 30 тысяч видов на планете Земля существует. И считается, что это не полный перечень орхидей, что их количество будет доведено до 35 тысяч видов. То есть нам сложно себе представить, но каждое 20-е наименование в ботанике – это орхидея. Это действительно фантастическое семейство, которое стоит посмотреть во всей его красе на нашей выставке, не зацикливаясь на тех коммерческих образцах, которые представлены в каждом магазине. Слушайте, а что из орхидей, которые в принципе у вас здесь есть, возможно выращивать дома? Потому что я знаю, что у всех есть фаленопсисы, у некоторых есть дендробиумы, некоторые пытаются добиться цветения ацимбидиумов. А что-то из орхидей мы, может быть, еще можем выращивать дома? Ну, хочется хоть немножечко этой красоты иметь в собственных квартирах или садах. В принципе, да. Сейчас намного шире ассортимент орхидей, которые можно выращивать дома. В том числе сейчас очень популярны фаленопсисы миниатюрного вида. Да? Это позволяет нам всем с вами собрать целую коллекцию окрасок, не занимая много места на подоконнике. Фаленопсисы обладают удивительной гибридной силой, практически сейчас неубиваемые, но, откровенно говоря, сложно заслуги цветения фаленопсисов относить на наши умелые руки, потому что в большей степени это все заслуга производителей, которые подпитывают растения гормонами, различными химическими микроэлементами, доводят их до цветения в достаточно сжатые сроки. То есть это, опять же, все индустрия, направленная на получение денег. Поэтому эти грексы, эти клоны фаленопсисов недолговечны. То есть вряд ли мы их с вами будем выращивать дольше, чем 5 или 7 лет. В то время, как я уже говорила, в Древнем Китае особо выдающиеся экземпляры, особо ароматные экземпляры передавали из поколения в поколение. В принципе, сейчас можно встретить в продаже и такие орхидеи, как катлея. Ее цветение непродолжительно, она требовательна к уходу, то есть тоже необходимо набить руку, но в принципе выращивать дома ее возможно. И как раз таки катлея обладает волшебным, крупным и ароматным цветком. Кроме того, это фабульная орхидея, с нее начинается вообще все увлечение орхидеями в Европе, пожалуй, да, именно с цветения катлеи. Часто можно встретить в продаже анцидиумы или орхидеи «пляшущая девочка», еще ее называют, или «пляшущая куколка», потому что губа этих орхидей действительно напоминают юбку, развивающуюся юбку пляшущей женщины. Достаточно простые они в уходе. Сложности вызывают те орхидеи, которым требуется понижение температуры, как то дендробиумы и цимбидиумы. Это так называемые орхидеи холодного содержания. Да, без перепада температур такие растения заставить в домашних условиях цвести проблематично. То есть стабильное понижение температуры на 10 плюс 14 градусов
стимулирует цветение у этих растений. Орхидеи еще удивительны своим разнообразием стратегий и приспособлений к опылению. Все очень разные. Кто-то привлекает нектаром, кто-то привлекает ароматом. Существуют орхидеи, полностью обманывающие насекомых опылителей, не дающие ни пыльцы, да, в качестве пропитания, ни нектара. И, как, например, венерины башмаки, да, они используют свою вот эту вот губу в форме туфельки, такой тапочки, в качестве ловушки для насекомых, для опыления. Существуют среди орхидей обманщики, которые мимикрируют под самки насекомых. И самцы, стремясь к спариванию, в результате опыляют эти орхидеи. Не случайно Дарвин называл орхидеи самыми великими обманщиками планеты. Разнообразнейшие стратегии и приспособления в них можно увидеть. В том числе и у нас на выставке. Александра, спасибо вам огромное за, как всегда, очень интересный рассказ. Я надеюсь, что наши подписчики с удовольствием посмотрят всю вашу выставку. Лучше приходить, да. И надеюсь, обязательно в следующий раз придут, и мы обязательно снимем анонс для следующей вашей выставки, которая состоится через год. Каждый год она неповторима. Каждый Я год понимаю, новые да. образцы. Да, да, мы будем очень это. Ждать да, этого события большого. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал Европлант, ставьте лайки.